Салемецве, курметы достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Вашему вниманию я хочу предоставить одну любопытную брошюру. Я бы сказал даже книжку. Шишири. Родоплеменной состав казахов. Разработан на основе литературных источников, преданий, сказок. По сути, генеалогическое древо. В нем представлены рода, племена по жузам. Давайте посмотрим. Так, что тут у нас написано? Вы держите в руках книжку, в которой сделана попытка восстановить генеалогическое древо казахского народа и его родственные связи, которые своими корнями уходят вглубь веков. В процессе нашей работы были использованы легенды, предания, эпосы, литературные и исторические источники. Но можно ли говорить о полной достоверности предлагаемых вашему вниманию исследований? Видимо, все-таки нет, хотя на них, на наш взгляд, они наиболее полные и достоверные. Читать генеалогическое древо несложно. Оно понятно должно быть даже человеку, совершенно не владеющему казахским языком. Все необходимые замечания и пояснения даны в тексте. Итак, дорогой читатель, счастливого пути по генеалогическим тропам и дорогам. Что ж, итак, вот первая страница. Здесь написано «Нух пайгамбар Казахуртава», от него отходит «Кам сам япши». Также есть, так, что у нас, «Скак» есть. Так, что есть, следующая страница. Книга старая, ветхая уже, 90-х годов, скорее всего, если не конца 80-х издания. Так вот, «Смагул», «Араб халкы», от него отходит «Кожа», от «Кожа» отходит «Шамши Ахмед» и «Шайхы Бузрак». Вот Анас Сахаба, Абдулхаир. Так, вот Абдулхаир отходит Акарас, Пекарас, Жанарас. Так, и вот от них-то и начинается деление казахов на жузы: Улужус, Ортажус, Кшизус. Так, и вот сами, в общем-то, жузы начинаются. Улужус состоит из Канлы, Сыргелы, Калайыр, ой, ошибочка, Жалайыр, Сары, Уйсын, Ысты, Ошақты, Шапрашты, Албан, Суан, Дулат. Ураны Кауға беріп, Қойға қой. Нәл тамбасы бұтын. И вот, как видите, сейчас внимательно покажу. Вот, Ахарас. От него отходит Жумабай, Узун Сахал, Ибраим, Кейкуби, Тубеби. И, в общем-то, так, дальше отходит. Санда, Шалат Шапарашта, Саруйсун, Уша, Дулат. Вот, как видите, как разделились они. Вот у нас следующее. Канла. И вот. Отделяется все. Делится. Ух. Да, книжку надо отремонтировать. Ладно. Не суть важно. Вот Жалайор. Так, Андас, Харашапан, Мырза, Урахта, Сапатай. Так. Кальпе, Саруйсун, Ысты, Ошақты. Так. Шапрашта, Асыл, Шабыл, Айқым, Екей, Исхожа. Так. Албан, Циркул, Сүйменді, Қарқыстық, Аққыстық. Да, Қызыл бөрік. Вот он. Қызыл бөрік. Қоңыр бөрік. Бөті. Бойдақ. Суан. Дулат. Мырзасейіт. Буаз. Ақылбек. Жанту и Жантан. Так.
Жарлы қамыс, Құдайқұл, Шағай, Қоралас, Шынқожа, Бекболат. Так, это у нас закончился старший ЗУС. Теперь переходим к орта ЗУС, средний ЗУС. Он состоит из Арган, Кыпшак, Найман, Конрад, Керей, Тарақты, Уақ. Ураны қалам беріп, дауға қой. Босаға та тамбасы. Вот он. Итак, я осторожней. Вот. Арган. Как видите. Так, куандык. Сүйіндік. Тарақты. Каракесек. Бегіндік. Шегендік. Ақсопы. Қарасопы. Так, сарысопы. Тембі сопы. Аталар. Так, қыпшақ. Ақтан сопы. Құлан қытай. Сылым алып. Көбе қалып. Мүйізді. Сары абыс. Так, торайғыт. Ұзын. Так, что у нас дальше? Найман. Бағаналы. Қоқжарлы, Бура, Қаратай, Қаракерей, Мұрын, Садыр, Матай, Аталық, Кенже. Так, Қоңырат, Жаманбай, Аққошқар, Байқошқар, Амантай, Құрман. Так. Там, подожди, что-то не могу взять. Божбан. Жетімдер, саңлығы, байлар, жандар. Так, керей. Вот они делятся. Так, жастабан, тарақты. Видите. Вот, уақ, как он делится. Так, это у нас закончился средний жуз. Орта жуз. Теперь переходим к кыше жуз. Кыше жуз. Младший жуз. Тут он делится, как видите, очень на Алимулы, Байулы, Жетіру. Так, Алимулы входит. Қарасақал, Қаракесек, Кете, Төртқара, Шөмеке, Шекті, Байулы, Адай, Алтын, Ап, Жаппас, Алтыбас, Байбақты, Масқар, Беріш, Тас, Есентемір, Ысық, Тана, Қызылқұрт, Шеркеш, Жетіру. Так, керлері, Керейі, Табын, Тама, Жағалбайлы, Селеуд, Рамадан. Ураны, найза беріп, жауға қой. Жебе тамбасы. Вот он. И вот. Так, Әлімқұл, Қарасақал, Шөмекей, Кете, Төртқара, Шекті, Байұлы, Адай, Алтын, Байбақты, Масқар, Беріш. Так, как видите, состояние уже просто ужасное. Ну, как смог, восстановил. Так, Тас, Есентемір, Қызылқұрт, Тана, Шеркеш, Алтыбас. Так, вот он, Жетіру. Кердер, Керей, Табын, Тама, Жағалбайлы, Телеу, Рамадан. В принципе, на этом все. Очень занимательная, интересная книжка. Кто хочет знать свою родословную. Может, у кого-то есть такой же оригинал, только в лучшем виде. Покажите тоже, посмотрим. На этом все.